сколько время? 5:15 утра. А знаете, во сколько мы проснулись? А проснулись мы в 4 утра, потому что какому-то мальчику не спится. Он сегодня у нас выспался, хорошее настроение, да? Маму выцеловывает, маму он пузыри просит дать. Муж с Кирюшей спит, а Марк вот это вот бегает, шумит. И мне не дает спать. Да, хулиган? На, сам дуй. А я тут в 5 утра... На, вот. Ну, дуй сам. Сам дуй. Молодец. Лови, дуй. А я в 5 утра здесь готовлю йогурт. Вчера я не поставила. Думаю, приготовлю сейчас. У меня вот такое кокосовое молоко. Еще миндальное есть. 1.5%. Оно идет на основе рисового молока. Очень такое даже густоватенькое, там даже комочки есть, кокосиков попадаются. Очень вкусное и сладковатое, хотя сахара в нем нет. И добавила буквально 1 стаканчик, чтобы как раз мне вот на 6 стаканчиков с мультиварки хватило. Я добавила вот обычное рисовое молоко, вот это не молоко с фикс прайса. Это, конечно, дороже стоит. Подогрела я вот молочко. Тише, Марк. Подогрела я молочко. Такое, знаете, тепленькое, чтобы было. И у меня вот такая закваска. Заказывала я ее на Валберис. Здесь 5 пакетиков в упаковке. Вот сейчас в теплое молоко высыпаю эту закваску. Хорошо размешиваю. И буду разливать по стаканчикам. И будем на режиме... На режиме йогурт. Часов 5 точно. Йогуртить, в общем, чтобы оно все скисло и приготовился йогурт. Я надеюсь, у меня получится. Взяла я молочко по стаканчикам. Ну вот здесь в упаковке 0,75 молока. И еще вот такой я 1 стаканчик долила. Ну, практически литр, да, молока ушло на вот 6 стаканчиков. Вот так это все выглядит. Накрываем крышкой. Порошочек я высыпала, хорошо все перемешала и разлила по стаканчикам. Обычный порошочек, там совсем немножко, может пол чайной ложки. Одного вот такого пакетика хватает от 1 до 3 литров молока. Но опять же, у меня молоко не жирное, поэтому вот на литр, я думаю, в самый раз. Я уже выбрала режим йогурт, и здесь оно изначально было 8 часов. Я ничего не уменьшала, думаю, ну пусть стоит, будем смотреть, как оно там будет загустевать. Ну все, вообще это надо было на ночь сделать, но мне что-то вчера как-то лень уже было, поэтому сегодня поставим и пусть готовится. Все, накрываем крышкой, потом посмотрим, что у нас получится. Какой у меня цветочек расцвел, красавец. Он так быстро разрастается, если его вот не пересушить, не перелить, он очень хорошо растет, такой ампельный, плетущийся. Здесь вот тоже будет цвести, красота. Уснули мы с Маркушкой, девочки, в 7 утра. Сейчас без 20:10. Муж меня пытался утром разбудить. Говорю, слушай, имею, говорю, совесть. Я в 4 утра проснулась, говорю, уснула в 7. Это он в 8:30 на работу уезжает. Будил меня. Я говорю, дайте поспать, говорю, пожалуйста. Марк здесь пошел, уснул, а я в детской комнате уснула. Маркуха спит, а меня разбудил вот этот мальчик. Да, сына? Капризулькать начал. Кирюхе печеньки дала. Сидит довольный. А то взял привычку с самого утра делать, знаете, истерики. Чтобы ему внимание уделили, да? Ты не один, ты не один. Маркушка там он спит. Мои цветочки. Красавицы, петуньки.
Вообще на сегодня обещали супер жару, но что-то сегодня пасмурно. И даже так не жарко. Я бы не сказала, что прям супер тепло. Может, конечно, еще раз погодится. У меня тут надо все поснимать. Вчера вон стирала, и сегодня тоже одна стирка. Коляску постирала, но что-то она не супер отстиралась. Вот тут вон пятно какое-то осталось. Ну да ладно, так освежила чуть-чуть. Потом надо будет, либо муж, может, на работу заберет с Кёрхера и помоет, либо придется разбирать ее как-то и в машинке стирать. Посмотрим. Я тут вышла посмотреть, что они приехали, нет? Да, приехали, вон уже развернулись. Будут сегодня что-то тоже делать с самого утра, а то они вчера только вечером приехали. Работнички, когда они уже сделают эту площадку? Разобрать разобрали, а делать не хотят. Тут делов-то на 2 недели, а уже прошло сколько времени. Они вчера вот здесь прорыли. Муж потом мне говорит, они вон еще через дорогу прорыли, а я даже не заметила вчера вечером. И вот сюда, наверное, проложили провода какие-то, наверное, может, знаете, подсветка будет, фонарики будут ставить. Ну, пусть делают. Походу, в этом году лета не будет. Слушайте, что это такое? Уже июнь, да? Июнь заканчивается, уже скоро август, а мы только один раз на озеро сходили. Ой, уже скоро Кирюшке 1 годик, 7 сентября. Мне тоже уже скоро день рождения, 6 августа. Не верится прям. Ладно, пойду, пока Кирюша кушает, я еще полежу. Йогурты что-то как-то еще не приготовились, я открывала, смотрела их. Там такая вообще еле-еле какая-то тепленькая температура держится, и все. Они еще даже не загустевают вообще, пусть стоят. Еще 4 часа им стоять нужно. Так что вот так. Пойду полежу, пока отдохну. Я, кстати, йогурты поставила делать. Марк у меня еще бегал, играл. А он пока вот бегал, и я влог смела смонтировать вам на полчаса. Даже больше на полчаса. Ладно, все, пошла. Полежу. Это так спать хочется. Глаза вообще еле открываются. Сели мы с Маркушкой кушать, то ли завтракать, то ли обедать, не знаю, уже 11 утра. У меня на завтрак кофе, хлебец, а кусочек хлебушка с арахисовой пастой. Видите, какая арахисовая паста, прям с кусочками арахиса. Я, честно сказать, не очень люблю арахисовую пасту. Ну, вроде бы и вкусно, а вроде бы и как-то не знаю. Мы последние разы как покупали, в основном муж ее ел. И кучан кукуруза. Вчера варили, я вчера один всего лишь вечером съела, а муж 2 съел. Так, йогурты еще стоят. На мультиварке выставляется время 8 часов. Вот она стоит до сих пор, 2:20 еще. По времени, но они вообще жидкие. Там даже нет намека, что они загустеют. На упаковке написано, на закваске, от 6 до 11 часов. Не знаю, посмотрим. Постоят, что будет дальше, не знаю. Ну, как говорится, первый блин комом. Ну, по отзывам писали, что ну, у большинства с первого раза получались йогурты. Ну, видите, опять же, если делать на жирном молоке, то оно может лучше закваситься, я не знаю. Посмотрим. Ну, делают из растительного молока тоже йогурты. Ладно, будем мы кушать и будем после завтрака нашего или обеда собираться гулять. Пойдем гулять, и мне нужно в аптеку срочно. Девочки, дубль номер 2. Почти 8 часов отстояли йогурты. Так названные, да? Они вообще не сквасились, ничего. Я еще добавила 1 пакетик вот этой закваски. И добавила 1 ложечку мерную. У меня есть пребиотики. Они вообще быстро, по идее, сквашивают, не знаю. Посмотрим, что получится. Типа бифидобактерия, знаете? Вот я добавила, не знаю, что получится. То что, оно выключилось, наверное, случайно нажала. Бывает, тут сенсор, дотрагиваешься, и выключается режим. Я что-то наклацала,
недавно, и у меня звук исчез. Раньше оно пикало. Надо посмотреть в настройках. Все. Работает? Да. Включила я снова режим йогурт. Посмотрим, не знаю. Если не получится, надо будет на обычном молоке попробовать сделать. Может, на обычном сквасится, не знаю. Короче, что-то я прям расстроилась. Хотела моркушки йогуртиков сделать. Время уже, девочки, час дня почти. Я еще никуда не собиралась, мне волосы надо помыть. Хотела помыть волосы. В итоге я сейчас хочу сделать тренировку, а потом уже помыться. Потом уже сходим. Кирюха там в кроватке копошится, по идее, должен уснуть. Сегодня день лентяя. Уже 3 часа дня. Йогурты до сих пор у меня стоят. Но что-то вроде бы со второй попытки пытается скваситься. Не знаю, пока еще стоит. Развесила стирку наконец-то. Кирюха у меня уснул в коляске. Детей уже собрала. Все, на выходе стоим. Сейчас выходим гулять. На Валберес пришел мой утюжок. Сегодня работа кипит. Вбивают вон колышки. Вот здесь уже по периметру они разметку сделали. Леску или что-то понатягивали, чтобы ровно все было. Попривозили вон мешок какой-то, плиточка, какие-то трубы или что-то, в общем, делают, делают. Сегодня занимаются. Вот электрощик ток поставили. Ну, слава богу, наконец-то. А то вот это вот пустое поле вообще как-то не очень. То хоть какая-то была площадка. Все, выходим, идем на Валберес, в аптеку и гулять. Мы уже на улице, пришли вон в Валберес. Я забрала плойку Поларис. Кирюха проснулся. Ты че так мало поспал? И еще мы зашли, купили файлики, папочку нам надо для занятий складывать. Я купила папку без файлов, но неудобно. Так, сейчас в аптеке сходим, в одну, во вторую. Я даже волосы не сушила с влажной головой и пошла с распущенными волосами. Мне так неудобно. Я сейчас чуть-чуть пусть просохнут, потом позже хвостик, гульку какую-нибудь закручу. Даже на улице очень жарко. Я опять эту футболку одела, она мне так нравится, и шорты. Очень удобно, так комфортно. Так, что я говорила? А, тепло сегодня. Если завтра тоже так будет тепло, то, может, с детишками на озеро съездим. Съездим, сходим пешочком. Так, где аптека? Аптека в этом доме. Давай, пойдем сюда. В общем, ходим пока по делам. На рынок, в магазин какой-нибудь, либо, может, в супермаркет забегу. Грибочки куплю. Хочу пиццу сегодня приготовить и моркушки, и нам. Что ты там, пить хочешь? Достаешь что-то. Что? Дома посмотрим, хорошо? Ложи на место. Достал коробку. Ладно, все, будем мы по аптекам бегать. Как же жарко, слушайте, можно было и на озеро идти. Ходим по аптекам, уже сейчас вот последнюю обойдем. Нет, нигде то, что нам надо. Вот сейчас заказала через интернет. Идем в другую, в самую последнюю аптеку и в самую дальнюю. Я вообще сюда не планировала идти. Так вкусно пахнет. Смотрите, какие там вон поля цветов. Детишки бегают, играют. Маркуха гулять хочет на площадку. Сейчас уже в аптеку зайдем. Мы зашли на рынок. Я купила черешин и нектаринок, чтобы в йогурт добавить. Я надеюсь, он приготовится. А в аптеке спросила, 800 рублей пачка стоит на 10 пакетиков вот этой закваски. А я заказывала за 380 на Валберисе 5 пакетов. Конечно, через интернет дешевле. Дорого вообще. Она говорит, аптекарша сказала, что в мультиварке будет очень-очень долго готовиться, тем более с растительного молока. Она говорит, проще либо в духовке, либо где-то на солнце, говорит, поставить, чтобы это просто скисло. Говорит, в мультиварке это, говорит, бестолку.
Говорит, больше энергии потратишь, это точно. Слушайте, с 5 утра стоит мультиварка, сейчас уже 4 час дня. И 2 пакетика закваски я кинула, вообще фигня. Надо, наверное, либо в духовке, чтобы больше жара было. Оно вообще еле-еле теплое. Либо на солнце надо было поставить на балконе, и пусть оно квасится. Ну ладно, будем тестировать. Кирюха у меня сидит. Бутылку кину, надо поставить. Что-то крышку потеряли где-то. Пришли на эту площадку, где мы всегда гуляем. Скорее бы у нас уже сделали, и будем возле дома гулять, ходить никуда не придется. Здесь так классно, не знаю, так уютно. Это аллейка. Прям вообще супер. Красотень. Солнышко. Ой, я перед выходом арбузика поела. Сейчас живот лопнет. Ой, еще погулять нужно. Маркуха, он пошел, надо его догонять. Кирюшка не спит. Сейчас погуляем. Уже 4:30, это мы почти полтора часа доходили по аптекам, по делам. Еще в Магнит надо будет зайти, грибочки купить. Здесь газончики покосили, весь клевер скосили. Так красиво было. Мы давным-давно пришли уже домой. Марк что-то не в настроении. В 4 утра у него было настроение, сейчас нет настроения. Кирилл себе капризничает. Зашли быстро в Магнит, я купила маслинки, грибочки, сырок, что еще? И все, по-моему, бананчик купила Марку перекусить. Так, я готовлю пиццу. Вот Маркушина уже готовая пицца. Сейчас отправляю в духовку, пусть готовится. Это безглютеновая, здесь сыра нету, так как нам нельзя молочное. Здесь рисовое тесто с рисовой муки. Ну и, в общем, вот так. Курочка, грибочки, помидорчик, сладкий перец, маслинки. Все, отправляю в духовку. У нас, в принципе, то же самое, но только обычное тесто. Грибы с курицей мультиварки так протушила. Перчик добавить решила. Никогда не добавляла сладкий перец в тесто. Маслины, укропа еще чуть-чуть дорежу, помидорчики, это майонез, томатная паста, и у Марка просто томатная паста. И тесто уже подошло, и сыр потом потру. Кирюха у меня там в комнате дверь закрыл, кричит, сейчас уже бегу. Не получились у меня йогурты, смотрите, какая фигня, просто, я не знаю, ерунда какая-то. Жалко выбрасывать молоко, и... В общем, не знаю, но почему-то вот так все отскочило, не знаю. Я, короче, наше тесто сделала с 2 стаканчиков вот таких. И Маркушки тоже делала с кокосового молока тесто. Поэтому поставлю в холодильник, может завтра Марку какой-то хлебушек испеку, либо печенек. В общем, все, готовлю пиццу, побежала. Эту Кирюха прям кричит. Приготовила, девчонки, я пиццу. Вот она, наша красавица. Вкусная, такая воздушная получилась, теста много получилось. Затерла все сыром. Сыр покупала вот такой вот сегодня в Магните. Это моя цена, ихняя, да, продукция. Вроде неплохой такой состав, 300 грамм, кусок большой. И стоил он что-то около 150 рублей. И, кстати, очень даже вкусный, достойный сыр. Состав вроде, да, неплохой такой. Мне понравился сырок. Вот пицца Марка, безглютеновая. Конечно же, если добавить сюда сыр, будет прям, ну, вкусно. А так как где-то без сыра, немножко, конечно, суховато, можно томатной пасты больше ложить. И в следующий раз я не буду делать эти бортики, потому что они суховатые получаются. Ну, ребенок у меня съел пол пиццы. Ну, я, может, вот такой вот тоненький, знаете, кусочек съела, попробовала. На следующий раз я хочу приготовить в мультиварке. Тут есть режим, вон, пицца. И, мне кажется, в мультиварке тесто будет более, знаете, такое... влажноватое. В духовке оно все равно высушивается. В мультиварке, мне кажется, будет лучше. Ну, попробуем. Еще муж сегодня не смог забрать. Посылка пришла с Озона в городе. Я заказывала муку. Не ассорти, а
универсальная мука безглютеновая, а там идет рисовая мука, кукурузная, амарантовая, еще какая-то, по-моему. Посмотрим с той мукой, какая пицца будет, потому что это чисто рисовая, все равно такое присутствует, знаете, суховатый привкус в этой муке какой-то, вот пицца вот крошится, слишком крошится, нужно и потолще тесто делать, чтобы не разваливалось. Есть еще смесь специальная, безглютеновая для пиццы. Вот как будет скидка, нужно будет заказать, чтобы было. Ну, Марку понравилось. Смотрите, ребенок пол пиццы съел. Супер, буду ему готовить и на завтрак. Вот так, пол пиццы, пожалуйста, ребенок поужинал, позавтракал, на обед вообще класс. Буду готовить. Муж на работе задержится, время уже позднее, Кирюшка у меня под пылесос заснул, дремает. Я сейчас себе, наверное, заварю чаек и покушаю пиццу, поужинаю, уже мужа не буду ждать, потому что тоже уже проголодалась. Кто кушает, всем приятного аппетита. Кирюху разбудила пораньше, потому что если сейчас выспится, потом его спать не уложишь, время уже 8 вечера, да? И капризничать, с рук не слазит, мне нужно дела доделать, вот хожу с ним на руках. Марк у меня покушал пиццу, бегает, играет. Плойку, девчонки, сейчас покажу, какую я купила. Пока Кирюха у меня там в ногах стоял, капризулькал, я быстренько попробовала локоны накрутить. Ну вот, что у меня получилось, времени дольше нужно, мешает. Так. Ну, в общем, локоны крутит. Надо потренироваться, потому что я как-то на утюжок никогда не крутилась. Так, вот я выровнялась. Прядь уже, пока я тут за ухо заправила. Так, вот так, чуть-чуть, по-моему, виднее меня. Ну, вот, видно, что прядь ровная, выравнивает. Здесь вот у меня кривое все. Волосы как помыла, расчесалась и все. Здесь вот даже волосы длиннее стали визуально. Буду выравниваться теперь. Опять же, пока время будет. Ну и локоны надо будет научиться, чтобы крутить. Вот это вот все у меня помятое. Видите, как волосы вьются. А этот я выровняла, а потом пыталась накрутить, но у меня не сильно получается и времени нужно больше. Утюжок классный, он быстро нагревается. Быстро греется. Я на 220 ставила. Провод длинный, мне в принципе нравится. Чуть-чуть нагревается сама вот основа. Ну а так в целом суперски. За 1300 Polaris. Сейчас вам покажу, девчонки. Наклеечки наклеила. Снимала защитные наклейки. Ладно уже. Polaris вот такой вот. Серенький, был еще фиолетовый и бирюзовый. Я серый себе выбрала. Два в одном. Он идет как и плойка, как и этот утюжок. Да, и накрутиться можно. Включение, плюс-минус, выбираешь вон нагрев, Кирюха на руках, поэтому все шатается, девочки. Нормальный утюжок, мне нравится. Здесь положила, остывает. Мне понравился. Вот такая коробка, 1300 был по скидке, думаю, сойдет. Так, надо включить ночник. Скоро уже детей буду купать, Маркушке. Сегодня вторую ванную солевую будем делать. Муж еще на работе, что-то задержится, походу, я сегодня и детей сама буду спать укладывать. Стирку развесила одну. И что еще? Мне сейчас нужно... Ой, помыть, девчонки, зеркало, вы посмотрите. Вы только посмотрите, какое грязное зеркало. Блин, вот реально иногда руки не доходят. Ладно, все. Буду сейчас, наверное, зеркало натирать. Я надеюсь, Кирюха посидит спокойно, да? Капризный. Вышла, девчонки, на балкон цветочки полить. Вот, с поливальничком. Уже полили. Не слазит с рук и все. Поставила его. Орет, из дивана бухнулся, да? Так он уже научился сам слазить с дивана. А сейчас ревел и упал, ударился. Все, я уже, наверное, буду с вами прощаться, заканчивать этот влог. Уже и снимать нечего. Да и сейчас детей спать укладывать скоро. Буду бегать как между двух огней. Мужа нет. Одной тяжеловато укладывать, двоих спать. Да? Рёва-корёва. Маркушка тоже к нам вон вышел. Иди сюда, Маркушечка. Иди, иди сюда. Иди. Все, будем с вами прощаться. Всем удачи и всем пока-пока.
Пока-пока. Пока, поцелуй всех. Ома. Молодец. Все. Увидимся в следующем влоге. Завтра, скорее всего, пойдем на озеро. На улице очень тепло.